раз. Там-то мы откупились. Вот сейчас здесь тоже бумаги используем. А, так, ну что, тоже можно что-нибудь сейчас поделать здесь. Давайте-ка мы... Ну, например, точильный камень сейчас. Там же железные слитки у нас есть. Боевой топор Ульфрика. Железный кинжал. Качественный создать. Да, хотим улучшить. Так, создаем. Вот. Ну, в принципе, видите, не дало нам никакого эффекта вот это вот улучшение. А сейчас посмотрим, что мы еще здесь можем сделать. Железные перчатки. Ну, давайте хотя бы на один уровень. Нет, даже на один уровень нам не дают возможности прокачать тут что-нибудь. Поэтому, ладно, фиг с ними. А теперь нужно подождать кузнеца, чтобы ему с утра пораньше все продать, что мы успели с вами наделать. Главное, чтобы у него денег хватило. Остальное все ерунда. И потом отправимся нужно к дельфине. Алвар. Я совсем забыл, как его зовут. Так, оружие. Ну что же, давайте-ка железный кинжал по 6. По 6 он. Так, отлично. А, так, и из одежды. Странно, почему-то выходит. Я клинки, шлемы. Пытался на одежду переключить, а он все вышел. Необходимое. Так, одежда. Ну, вот, кожаная броня по 57. Шикарно, продаем. Сразу 6 штук. На кожаные наручи тоже скидываем. А, перчатки старых богов. Железные перчатки. А, кинжал есть. Железная стрела. Кинжал. А, кинжал я, по-моему, продал. Так, ну что ему еще можно здесь скинуть? Древние нордские стрелы. Так, корундовый слиток, отмычечка. Нет, это я бы у него купил наоборот. Железная стрела, сапоги. Вот 10 железных слитков у него еще есть. А кожа. Давайте купим у него. Так, кожа 18 штук. А, и какие-нибудь кожаные полоски не помешало бы. Орочий лук, вот полоски кожи. 19. Серебряная руда, стальной меч. Ну и в остальном тоже ничего интересного. Ну что, сейчас еще поработаем здесь у него в кузнице. Тут, наверное, до бесконечности, по идее, можно между городами перемещаться. Ладно, сейчас еще железный кинжал сделаем. Так, погнали. Сколько кинжалов? 3 кинжала. Наверное, 4 кинжала. Да, 4 кинжала, чтобы следующий уровень получить. Ну вот, и у нас общий прогресс. Нормальный. Так, 5-й, что ли, кинжал надо делать? Да, 5-й кинжал, оказывается, надо было сделать. И по-хорошему надо было распределить до того, как мы продолжали делать эти предметы. Так, магия. Конечно, магию. А, скрытность. А, так, уже 40-й, правда, здесь уровень. Приглушенные шаги. Броня издает на 50% меньше шума. Да, у меня броня. У меня же там, по-моему, эльфийские сапоги на... давлением там мороза, если не ошибаюсь. Они шумят, кстати. А, скрытные атаки одноручным оружием наносят в 6 раз больше урона. Надо не забыть, поэтому, в принципе, у нас по скрытности здесь не очень много осталось уровней до достижения 30 уровня. И там в 6 раз больше. Поэтому там булавой можно шарахнуть. И т.д. и т.п. Ну вот. И немножко я отяжелился здесь. Основу на продажу сейчас ему выставляем то, что мы сделали. Там кинжал у нас по 5. Ух ты, у Алвара. А, ну 910, потому что, в общем-то, мы... ему, у него покупали там предметы. Так, стрелы он брать, естественно, не хочет. Ну, в остальном там что? Ну, корундовый слиток, полоски кожи 19. Ну, пусть у нас тогда остается это все. Ему мы продавать это не будем. Так, ну, все, наверное, здесь окей. До встречи. По весу что у нас? 286. 286, ну, наверное, нормально. Не уверен, конечно, но можно было бы отправиться еще в коллегию Винтерхолда. Вот там немножко поработать. А там же есть покой Архимага, куда можно было бы все это скинуть, все ненужные вещи. Ну ладно, тогда сейчас отправимся по линии, по основной линии сюжета. И встретимся сейчас в спящем великане с дельфиной. 40-й навык у нас по иллюзии. Приятно с тобой следили. Пошли. У меня есть план.
У дельфина есть план. Ну ладно, тогда идем с ней. А, поспать бы не помешало, я думаю. Спускаемся и ждем ценных указаний, так сказать. Ну вот это магия иллюзии, которая, школа иллюзий, которую я использую, приглушает шаги на 180 секунд. Я придумала, как провести тебя в Талморское посольство. Так. Ты не пойдешь? Нет, мне не стоит. Меня могут заметить и узнать. Но тебя никто из них не знает пока что. Каков твой план? Как я проникну в посольство? Посланница Талмора Эленвен часто устраивает приемы, где собираются богатые и влиятельные люди, тем самым демонстрируя эльфам свою лояльность. Я могу провести тебя на такой прием. Когда будешь внутри посольства, покинешь сборище и отыщешь секретные документы Эленвен. У меня есть человек в посольстве. Он сам не пойдет на такой риск, но сможет тебе помочь. Его зовут Малборн. Лесной эльф. У него много причин ненавидеть Талмор. Можешь ему доверять. Я ему передам, что вы встретитесь в Солитьюде, в Смеющейся крысе. Знаешь это место? А я пока попробую добыть тебе приглашение на прием у Эленвен. Найдешь меня в конюшнях Солитьюда, когда договоришься с Малборном. Есть вопросы? Да, вопросов нет. Так. А кто этот твой человек? Ты уверен, что можно доверять ему? Не бойся Малборна. Он не такой рисковый, как ты, но ненавидит Талмор не меньше меня. Он лесной эльф. Талморцы убили его семью в Валенвуде во время одной из своих чисток, о которых они никогда не распространяются. К счастью, они не знают, кто он на самом деле. Иначе он бы не разносил напитки на приеме у посланницы. Окей. Так. Так, итак, я прохожу посольство. Ну, дальше понятно, там нужно выкрасть эти документы. Ладно, отлично. Сейчас что? Еще раз магию. Иллюзия до 42 уже повышается. А сундук? А что, можно же, наверное, складировать сюда? А, нет, взять только. А, можно складировать, пардон. А что мы сюда складируем? Глаз мелкий, огненный взрыв, наносящий 60 единиц урона. Либо что у нас такое тяжелое здесь есть? Кольца, золотые ожерелья. Но это все надо, потому что мы будем это все... зачаровывать. Перчатки старых богов, сапоги, зелья. Раз зелья можно было выкинуть. Микстуры. Да сколько ж тут у меня этой всей фигни. Вообще в коллеги Винтерхолд надо отправиться, продать интиру. Тут, посмотрите, по полкилограмм вообще все это весит. Книги тоже тяжелые. Ну вот, почему бы их тоже не продать? Там даже если они по нулю стоят, то вообще все скидывать. Да, наверное, сейчас еще в коллеги Винтерхолда с вами забежим, отправимся в Солитьюд, в Смеющийся крысу, что ли. Так, взять кошелек с монетами, 37. Так, кинжал мне не нужен. Рассвет и упадок клинков. Ну, книга дешевая, думаю, не стоит морочиться. Смотрите, сколько здесь зелий. Блин, просто жесть. Так, зелье разрушения, зелье воина. Охренеть. Так. Да, главное, чтобы регулярно здесь все пополняли. Вот тут еще баночки стоят. Зелье запаса сил. Кстати, друзья, совсем позабыл. Бритва Мирунаса. Забыл показать характеристику, да и сам забыл посмотреть. При попадании есть небольшой шанс мгновенно убить противника. То есть, в чем фишка? Я даже в голове закрутилась эта мысль. Мы прокачиваем ветку скрытность. В 6 раз больше урон, да, даже вот после этого кинжала. Урон, смотрите, видите, 18. Вообще шикарно. Вот. И, соответственно, в 6 раз больше это получается 108. То есть, я думаю, неплохо. При этом есть еще шанс, то, что противник сразу же умрет после того, как мы этим кинжалом воспользуемся. Поэтому быстрый слот мы, конечно, поставим это все. А зубы ледяного привидения, ну, берем, потому что мы сможем зелье невидимости тогда сделать. Так, ушиться. Ушиться. Тут что у нас? Лаванда, палец великана. Ну ладно, тут еще светящаяся пыль. Давайте, может быть, попробуем сейчас еще что-нибудь налхимичить здесь. Может быть, нам здесь хотя бы немножко навык прокачают. А, здесь это пентаграмма душ. Ну ладно, сейчас тогда еще здесь похимичим. Вот смотрите, 14 золотых колец. Ну вот зачем нам столько? Поэтому, опять же, сейчас выбираем все здесь. Маленькие или крохотные. Я думаю, разницы нет никакой.
Так. Ну вот сейчас я с кольцами тут разберусь, поэтому сделал небольшую паузу. Навряд ли...